Ребята, нам срочно нужна какая-то палка. Я догоню его и ударю. И заберу свою кнопку. А ну стой! Я не знаю, что нужно делать, ребята, помогите, нет! А что ты делаешь, боже мой? Он стрелял в меня, он попал мне в ногу. Боже мой, что это за дым? Боже мой, это просто какая-то жесть, ребята. Он попал мне в ногу, боже мой. Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы приехали в этот проклятый лес. Вы знаете, про этот лес говорят самые страшные, ужасные вещи, о которых вы узнаете сегодня самыми первыми. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. И, ребята, мы попытаемся в этом лесу отыскать самого Майкла Майерса, ребята, которого мы накануне заказали на сайте Darknet. Итак, на сайте были указаны условия, то, что мы должны будем прийти в этот проклятый лес и здесь, на этом самом месте, найти этого чертова Майкла Майерса. Ребята, мне жуть как страшно, у меня мурашки по коже. Я особенно боюсь этого персонажа, потому что от него можно ожидать все, что угодно. Он просто сумасшедший, ребят. Он сумасшедший до глубины своих вообще мозгов, если они у него там есть, конечно, ребят. Так, стопэ. Стопэ, ребят, я что-то вижу. Так, короче, ребята, мы решаем сейчас с Димой разделиться. Давай, ты туда, короче. Мы сейчас с Димой разделяемся, потому что мы попытаемся окружить Майкла Майерса. Сейчас он пойдет по той дорожке. Дим, шуруй туда, короче. Я с этой стороны сейчас зайду, и если, короче, что-то случится, ты сразу, значит, у нас должен быть какой-то пароль, давай что-то придумаем. Давай что-то типа слова «кнопка», давай «кнопка». Если что-то вдруг плохо, ты кричишь «кнопка», и мы с тобой встречаемся, давай вот на этом месте, вот где вот это вот бревно, короче, валяется, Дим. Вот это бревно. Все, ребят, мы расходимся, и сейчас мы будем окружать самого Майкла Майерса. Я сейчас вам не могу показать, он скрылся буквально вот здесь вот за поворотом где-то. Короче, Дима ушел уже достаточно далеко. Майкл Майерс должен появиться где-то здесь, он уже рядом. Ребята, мы с Димой разминулись, я уже ушла достаточно далеко, что я даже не слышу его, я не могу, не имею права просто сейчас крикнуть, допустим, даже Дима, потому что у нас есть такой пароль, слово «кнопка», что если вдруг что-то случится, если я сейчас буду кричать «Дима», я не знаю, он вообще придет или нет. Стоп, ребята, это просто жесть. Ребята, это просто жесть, смотрите, это Майкл Майерс, у него что-то в руках, походу, это моя серебряная кнопка. Жесть, ребята, вы видите это? Черт, я его боюсь, черт, ребят, я его боюсь. Жесть. Ребята, это просто жесть, смотрите, он идет по дороге, я пытаюсь спрятаться, чтобы он меня не увидел. Блин, откуда у него кнопка, походу, это моя кнопка, ребята, это просто жесть. Черт, он меня увидел! Черт! Мы должны куда-то спрятаться! Это просто жесть! Ребята, нам срочно нужна какая-то палка! Я догоню его и ударю! И заберу свою кнопку! А ну стой! Майкл Майерс, стой сейчас же! Ребята, вы посмотрите, это просто жесть! Это настоящий Майкл Майерс, у него в руках кнопка. Стой! Стой! Черт, ребята, посмотрите. Это реально наша с вами кнопка. Это реально наша с вами кнопка. Ребята, короче, палка не помогает. Майкл Майерс продолжает. Ребята, короче, Майкл Майерс гонится за мной. Это просто жесть, я не знаю, что придумать, я не знаю. Мне нужно отобрать у него кнопку нашу, ребята. Я не знаю, что нужно сделать, что и как у нас получится. Он уже близко. Я не знаю, что нужно делать, ребята, помогите, нет. Отстань. Черт, это просто жесть, ребята. Мне нужно спрятаться срочно, куда-то нужно спрятаться. Сейчас мы от него отстанем. Мы отстанем, ребята. Сейчас. Вот классно сделано. Сейчас. Ребята, давайте посмотрим, что он будет делать. Мы спрятались. Тише. Черт возьми. Блин, должно пройти какое-то определенное время. Те персонажи, которых я заказываю из Даркнета, у них недолгий срок пребывания здесь. То есть даже несколько часов или минут. Это все зависит от пожелания его. А почему у него в руках моя кнопка?
Почему у него в руках моя кнопка? Что нужно сделать? Может быть, попытаться с ним поговорить? Попытаться договориться. Я предлагаю обмен! Я предлагаю тебе обмен! Дима, кнопка! Сейчас придет мой парень, и он надает тебе. Он будет драться с тобой, и он победит тебя, убьет тебя. Дима! Дима, я здесь! Дима, я здесь! О, боже мой, что ты делаешь? Боже мой, что ты делаешь? Он что-то достает, ребята, это полная жесть. Он что-то достает. Что ты хочешь сделать? Что ты делаешь? О, боже мой, что он делает? Я не представляю, зачем ты берешь палку? Дима! Кнопка! А, ребята, Димы нигде нет, это просто жесть! Дима, нет! Дима! А что ты делаешь? Боже мой! Он стрельнул в меня! Он попал мне в ногу! Боже мой, что это за дым? Боже мой, это просто какая-то жесть, ребята! Он попал мне в ногу! Боже мой, как больно! Черт, черт! Моя нога болит! О, черт! Смотрите, сколько дыма! Что это произошло? Что он сделал? Я задыхаюсь! Ребята, я просто задыхаюсь! Здесь огромное дым! О, сколько дыма! О, жесть! О, нечем дышать! Нечем дышать! О, о, боже мой! Нечем дышать! О, ребята, куда он делся? А, ребята, он исчез! А, Майкл Майерс исчез! О, боже мой! А моя кнопка! Кнопка моя! О, моя кнопка осталась здесь. О, он изуродовал мою кнопку, ребят, посмотрите. Моя новенькая кнопочка. Моя кнопочка. О, просто изуродовал ее, посмотрите. Посмотрите. Я даже не успела порадоваться. Это моя кнопка, видите, написано Ирина-Ясинская. Это просто жесть. Это просто жесть. Дима! Ребята, наконец-то Дима услышал меня. Ты видел этот дым? О, ребята, Дима, наконец-то ты пришел. Дима, смотри, это наша кнопка. Кнопка не дома. Не знаю, он был здесь, Майкл Майерс, он напал на меня, у него в руках была эта кнопка. А потом он поджег, и было много оранжевого дыма. И пушкой он стрелял, по-моему, чем-то. Попал мне в ногу, у меня теперь, наверное, будет синяк. Мне очень больно под коленкой. Я не знаю, смогу ли я дойти обратно до машины. Это просто жесть. Ничего он вылез, себе. А потом он исчез. Он просто исчез. Он испортил нашу кнопку. Ой, я не знаю, это просто жесть. Я больше не буду никого из Дартнета заказывать. Ай, как больно. Ай. Я не задохнулась этим дымом. Димочка, я чуть не задохнулась. Знаешь, как пахло дымом. Куда он делся? Я вообще не знаю, он просто исчез. Он просто чем-то выстрелил, и было много оранжевого дыма. И что-то отскочило мне в ногу. Это было очень больно. Я не знаю. Прямо вот здесь вот все горит, очень больно. Нам нужно идти домой. В больницу ехать. Нам нужно идти домой. Я не знаю, ребята, если вам понравилось это видео, и вы хотите, чтобы мы еще кого-то заказали из этой темной сети, из сайта Darknet, кого-нибудь еще. Но это просто жесть, ребята, это очень страшно. Это даже страшнее, чем вызов духа. Это просто трэш настоящий, ребят. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой... А, как больно! А, я даже не могу продолжать говорить, вы сами знаете все, что нужно делать. Ставьте лайк, нажимайте колокольчик. Ой, это просто жесть, как больно. Черт, надо в больницу. Я не знаю, что делать. Давай забирать нашу кнопку. Пусть хоть она вся такая разбитая, изломанная. Просто, ты представляешь, я его на самом деле... Вот урод. Он, это не просто урод, он вообще... Это какой-то, я не знаю. Может быть, еще его можно поискать. Он же не может просто так исчезнуть. Димочка, блин, почему так нога болит? Давай надо еще в больницу, я тебе кричала, ты что, не слышал? Я кричала там снова, ходил. Кнопка. Я нашел я зеленый забор, снова. Кран. Кнопка, я думал, он там кричала, прячется. Дима, кнопка. Что ты там нашел? Я там нашел забор, зеленый кран. Я думал, он там. А что там? Что там за зеленым забором? Я не знаю, там какая-то стройка идет. Что, стройка? Может быть, там что-то заброшенное какое-то? Может быть, там заброшенный лагерь или еще что-то? Я не знаю, давай сходим проверим, малыш. Давай сходим. Посмотрим, что там за этим зеленым забором. Ребят, если вы хотите увидеть, что там за зеленым забором, напишите нам об этом в комментариях. Я не могу больше идти, Дим. Димочка, всё, давай я тебя на руках. Давай на руках, короче. Подожди, вот эту вот. Положи куда-нибудь.
А ребят, Майкл Майерс, короче, прострелил мне ногу или что-то такое случилось. Сейчас Димочка на руках меня просто несет. В больницу, наверное, поедем. Ай, я не знаю, все, что это будет. Успокойся. Все, у меня просто уже паника началась, ребят. Это просто паника, это просто жесть. Слышишь? Мамочки, я боюсь, я боюсь. Все, конец. Давай убираться, все, ребят, пока.